this message i'm still learning yeah i believe i'll learn it the rest of my life it's called the fear of the lord sorry not the kingdom of god the fear of the lord and a lot of people misunderstand this uh, term the fear of the lord you'll see the, the, the picture of abraham Uh, sacrificing Isaac. Вы, вы видите uh, картину Авраама, который приносит Исаака жертву. He worshipped God. Abraham worshipped God in the fear of the Lord. Авраам поклонялся Богу в страхе Господа. Genesis 22:1-8. Uh, Бытие 22:1 uh, с 1 по восьмой стих. Также в Второзаконии Uh, у нас uh, в 10 главе 12 стихом задается вопрос And now Israel, what does the Lord of you? Итак, Израиль, чего Бог uh, Господь Stop хочет от right тебя? Какая самая великая заповедь, которую Бог требует? Возлюбить Господа Бога, аминь что здесь чтобы ты боялся господа бога твоего когда мы понимаем что такое бояться господа мы начинаем понимать что такое любить но люди не понимают слова страх они думают что это какое-то негативное слово walk in all his ways and to love him and to serve the Lord your God with all your heart and your soul and to keep the commandments of the Lord and his statutes or laws which I command you today for that you're good только того только чтобы ты боялся Господа Бога твоего ходил всеми путями его и любил его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей И перед тем, как мы поймем, что значит ходить Его путями, и любить Его, и служить Господу Богу Твоему, и соблюдать Его заповеди, прежде чем все это, мы должны понять, что значит бояться Господа. Как вы думаете, что это значит? And so many people misunderstand. И многие люди не понимают. И некоторые цитируют из послания, первого послания Иоанна и говорят, ну, в любви нет страха. But love casts out fear. Потому что совершенно любовь изгоняет страх. So that word fear is Итак, что же это слово uh, страх, которое... Uh, по-гречески Это слово означает, что ты чего-то очень сильно у тебя, боишься. У тебя Ужас как, один. как фобия. Like, Ужас. Like my wife hates snakes. Моя жена просто ненавидит змей. Two days ago we were in a store. I saw a rubber snake. I said, would you like that? Ah, don't do that. <laughs> She uh, hates пар snakes. пару, snakes. дней назад в магазине я увидел там резиновую uh, змейку. Я говорю, That's a snake of phobia or a phobia of snakes. It's a fear of spiders, arachnophobia. Это змея или страх, или боязнь перед змеями. А еще есть там, ну, боязнь паука, паучная. So, the word phobos in Strong's dictionary means to run away, you are so scared. Итак, uh, слово фобос uh, в uh, словаре Стронга означает, uh, что ты убегаешь от чего-то. Бог не хочет, чтобы ты от него убегал. Это не есть страх Господня. Фобос означает, что, что ты паникуешь. I, I what to so Я Just... не знаю, что мне делать, Я так, мне так страшно. Оно заставляет тебя очень сильно бояться. Это не есть страх Господа. Итак, что же страх Господень? Первое. Страх Господень. Это желание повиноваться Богу. Это не есть эмоция. Это действие. It's a choice. Это выбор. It's an understanding. Это понимание, in, что Бог требует чего-то глубокого из моей жизни. Today, я думаю, что в Америке сегодня, и я родился в Америке, need, a, нам нужно делать акцент на страх Господен. Мы понимаем любовь Божию. Мы понимаем благодать. Мы понимаем, что Бог прощает всякий грех, если мы от всего сердца каемся. Но мы иногда ведем себя, как будто мы – Бог, а Бог должен слушаться нас. Например, Бог же слово говорит молиться за больных. Аминь? Вы молитесь за больных? So, what happens when you pray and the person dies? You get angry with God. Why did my Почему мой родственник умер? Ты почему не ответил на мою молитву? Мы верили. Мы провозглашали Писание. Мы молились. А ты дал моему родственнику умереть. И мы начинаем злиться на Бога. Потому что Бог не сделал, что мы сказали. Тому, что мы сказали, Бог обязан сделать. Это не есть страх Господень. Мы, получается, босс. если Бог вдруг не делает того, чего мы хотим, ну мы все уходим с церкви, мы уходим вообще, разбиваемся в вере и уходим от Бога. И гневаемся. На Бога, прямо. Get angry at God. Я все слышу. I don't know why God doesn't always heal. Я не знаю, почему Бог не всегда исцеляет. I've seen God instantly heal from cancer. Я видел, как Бог сразу исцелял от рака. Сразу открывал глаза слепым. Я видел это собственными глазами. А другие умирали. Я не понимаю. Библия говорит, просите, Seek, ищите, <laughs> knock, стучите, believe, верьте, but leave the results with God. Was, Amen. Оставляйте результат с, с Богом. Pray to ами... the last. До последнего молитесь. Всегда говорите, твоя воля. Аминь. Аминь. Мы не Бог. Не становитесь на место Бога. Он Бог, а я нет. И когда мы не понимаем, мы начинаем тогда жить христианской жизнью и требовать всего от Бога, пастора и церкви. Это не есть страх Господен. Самое первое – это повиноваться Богу. Да, Бог. But you know, if you,

Uh, страх Господень не является каким-то террором или паникой. Страх Господень означает быть, просто на наслаждаться им, uh, просто восхищаться им. Actually, на Украинской мови быть на Побачите такую речь, что дивует вас, и вы скажете, Oh. To see something that amazes you, and you're like, wow, I've never I've seen, seen this, never this before. Live. I've never experienced that before. Live. Wow, this is so great! Live. This is so amazing.

И потом мы увидели uh, корабль. And it goes to the falls И он uh, плывет так к водопаду. As этому. Close to the falling as possible. Настолько близко, насколько может. И вот uh, <laughs> моего uh, муж моей I. жены. Да. Я уже сказал, да? Он... У него появилась идея, They чтобы на этот корабль... И они дали нам такие э, плащи, э, которые покрывают с головы до ног. Нас. <текинестерчик> И мы пошли, там сели на корабли спереди, там so я не знаю we're почему. И вот по этой реке мы плывем и так подплываем к водопаду. И прямо к там где падает вода. И звук вот этот вот шум такой такой громкий становится. И как бы от воды, а, ну не пар, а, да, вот эти брызги, ну не совсем как бы брызги, но да, ну, в брызгах. И наши лица, они все мокрые становятся. И с... Наших плащей, и оно and все as as come, us, us front, И вот мы подъехали настолько близко, насколько можно подплыть. И and такой звук, и вода, она окружает нас по сторонам and the и the boat спереди. И эта лодочка... Она 35 миль в час ей нужно плыть, чтобы просто Full стоять power. на одном месте Full в том месте. Power. полностью на, на, в полный период. <laughs> а мы стоим <laughs> спереди этого этой лодки. Не спрашивайте меня почему. Это было великолепно. Это было просто потрясающе. Она заставила нас восхищаться. Вы знаете, в Библии написано, что Иоанн услышал, как Иисус говорит. И голос его был как Шум, вот, Do you know, how great God is, Вы знаете, как величественно это? Он сотворил галактики. Небеса — престол мой, А земля — подножье ног. Где вы построите мне храм? И все же, вот на кого я презрю. Который... Сокрушен, да. И трепещет перед Словом. Вот что значит страх Господень. Wow. Job was questioning God. Иов задал Богу вопросы. Почему это I почему то? Я лучше бы я не родился. Me, Ответь мне Бог. Я был праведный. Я заботился о вдовах и сиротах. Где ты Бог? Его друзья не помогли ему. Надо быть друзьями. Наворили ему. Ваим, друзья, они говорили так много. И потом Бог приходит в вихре. Вы знаете, что такое торнадо? Дома, машины и траки летают просто там И Бог проговорил из этого Будьте осторожны, когда вы бросаете Богу вызов И сразу Иов сказал Вот Бог велик И мы не знаем Его Я слышал о тебе Слухом А теперь мои глаза видят Аллилуйя Вот откровение Нам нужно откровение Божьего страха. Которое не будет заставлять нас бояться или паниковать. Но откровение, которое мы пойдем на лицо свое и скажем, Боже мой. Аллилуйя. Третье. Страх Господен означает давать Богу то, что ты любишь больше всего. Бог то, То, что ты так сильно. Бог или это. Бог или это. that. And then giving to him first, not last. И четвертое – это давать ему во первых, people, не в последнюю очередь. Он, oh, люди дают. Люди дают Богу, люди дают церковь, бедным. Но как много во первых отдают Богу? Многие отдают Богу то, что осталось. Если у меня есть ну, если у меня экстра найдется, лишнее, тогда я дам. Мы свои билы оплачиваем, наши машины покупаем, деньги тратим. Say, okay, to, oh, to to God, so И потом, о, oh, а дал я Богу, ну давай дадим Богу. Но самый первый бил, который нам нужно платить, первый счет, это And Бог. You choose. И ты выбираешь. But if you see how great he is, Но когда ты видишь, как велик он, is, как благ он, как богато его благословение, ты дашь ему то, чего он заслуживает. Давайте God на этом deserve? остановимся. Что Бог заслуживает? Ты выбираешь. Как you Бог велик для тебя? Ты выбираешь. Что ты видишь о твоем великом Боге?

Uh, In Malachi chapter 1, you hear, hear the cry of God's heart. A son honors his father, a servant honors his master. If I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Asks the Lord of hosts. Сын чтит, от, чтит отца своего и слуга своего господина. И если отец, где почтение ко мне и где страх передо мной? Люди приносили uh, для Бога uh, слепое, хромое. Бог говорит, я это не могу принять. Я не могу принять это.

Let's turn to Genesis chapter 22, verse 1, if you're Бытие, reading in Russian. You see, everybody knows the story of Abraham and Isaac. So I want to ask you one thing make believe you hear this story for the first time. No. Подумайте, что представьте себе, что вы впервые слышите эту историю. Потому что это то, что мы делаем очень часто. Oh, I know this passage. Да я знаю, это место oh, из Я уже прочитал. Я знаю, что дальше там будет. Я знаю. And we don't learn anything new. И мы ничего нового не изучаем. fresh. Ничего свежего But не приходит. come with me to Но давайте вместе со мной пройдем на гору me, Тысячи лет назад. And see a 99 old patriarch. И 99-летний патриарх. And a son, 14 years old. His only son by promise. After these things, God tested Abraham. You know, God will test you, God will test me.

Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. И пойди в землю моря и там принеси его во все Третий стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака. Сына своего наколол дров для всесожжения. И смотрите, и встал, пошел. Встал и пошел. Это не молитва. Это не обещание. Это не доброе намерение. В один день, может быть, он встал и пошел. Нет. Он встал и пошел. Obedience Послушание это есть страх Господня. No arguments, никаких no аргументов ты не приводишь, вопросов не задаешь. No doubts. Нет сомнений. Abraham fears the Lord. Авраам боится Бога. And he arose and he went. И он встал и пошел. I love this next verse. Мне нравится следующий стих. На третий день. That means they went one day, это значит, они шли один день, они шли второй день и они шли третий день. И Авраам возвел очи свой и увидел то место издалека. Вот это и есть определение веры. Что увидел Авраам? Это было больше, чем место воскресения. Он увидел место воскресения. Откуда мы это знаем? Я докажу это вам через момент. Но первое давайте заметим. Послушание приходит раньше. Follows. А вера следует. We like it the other way. Мы хотим по-другому. I will obey, but give me faith. <laughs> Я послушаюсь, но ты дай мне веру. No, it doesn't work that way. No, так не работает. And people have funny ideas about faith. И люди имеют странные такие представления о вере. They think that if they puff themselves up with the word faith, 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 faith". они думают, если они накачают себя словом верой. <laughs> надулась. Это не вера. Это просто That's not faith. прокачка. Saying something is not faith. Говорить что-то просто. Что-то говорить просто, это еще не вера. Делать что-то, это вера. Uh, почитайте 11 главу Авраам ушел из дома отца Uh, написано ему сказал, сказано ему Оставь. <laughs> И он это сделал. Ной, uh, uh, стро строй ковчег. <laughs> И он это сделал. Каждый человек веры в 11 главе Еврея что-то сделал. И потом они были названы мужами веры. Вера следует за послушанием. Аллилуйя.

Это, ну, научи меня, Show me. покажи мне. Explain to me. Покажи, uh, расскажи, объясни мне все. Show me my and the покажи мне мои выборы и какими будут I результаты. Will study it, я изучу I это, will it, я проанализирую and все, I will come to my and и, и я потом приду к своему умозаключению и приму сам решение. Ну, well, скажите, а, а что тут такого? Это же наша система образования в Западном мире. Мы читаем много книг, изучаем много информации, потом решаем. Это нормально. Это наша система. А какая еврейская система? Бог говорит, делай это. Без всякого объяснения. И когда ты это делаешь, Бог делает чудо. И потом понимание приходит. Иди в пустыню. Why? Зачем? The no иди, иди в пустыню. Там воды нет. Там нет пищи. Иди в пустыню. What? Зачем? Ударь по камню. Зачем? Take a stick and hit the rock. Возьми палку и ударь по камню. make sense to you? Вообще бессмысленно какая-то. Нелогично. you know Ты что знаешь, что произойдет? Ты не можешь предугадать Ты понимаешь? us, каждый раз когда Бог испытывает нас, He Он просит чтобы мы делали что-то чего мы не понимаем. Петр и Иаков, раздайте хлебы и рыбы пяти тысячам людям. Пять хлебов и две рыбки. Чего? Дайте им людям. Они повиновались. И когда они повиновались, чудо совершилось в их руках. Вы знаете эту историю в четырех Евангелиях. Чем больше тем больше чем больше Петр, Петр отламывал, тем больше у него было. А как это работает? Да я не But знаю как. God is God. Бог <laughs> есть Бог и все. Аминь. Иди. Go. Иди. Go. Иди во имя мое. Куда, как, я тебе покажу. Вот что такое вера, братья и сестры. И когда Авраам встал и пошел, его очи увидели. Ты увидишь, когда ты повинуешься. Это есть Слово Господне. И откуда мы знаем, у него была вера? Пятое. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и Возвратимся к вам. Оба. Авраам верил в Божье сердце. 11 глава евреям говорит, что даже если Бог позволил ему убить своего сына, он верил, Alleluia. что Бог воскресит его из мертвых. И на третий день он его получил назад. Аминь. Alleluia. And so Abraham took the wood and put it on his son. Итак, Abraham, Abraham took the wood and laid it on his son. Boy, is that a picture of Golgotha, of going up Golgotha. The father takes the wood. Actually it's wood, not Drava, It's wood, but it was wood. И он возлагает это на своего сына. Вы видите Иисуса и дерево, которое отец сложит на нем. И они восходят на гору. Это картина Евангелия. И они пошли вместе. Отец и сын. Мне нравится вот это слово, которое не используют здесь. Мы пойдем и поклонимся. А вы что думали, что они там делали? Пели песни? Есть время, чтобы петь. Вы знаете, я люблю петь. Но все сожжения, приношение Богу, жертва это есть поклонение Это глубочайшее поклонение. Когда ты даешь все. Когда ты повинуешься голосу Господу. Ты боишься Бога. Не боязнь его террора. Не паническим to страхом, away, не, не том, тем страхом, от которого ты убегаешь. Ты получаешь откровение Его величия. А, ah, но ah, no, тесты придут. Исаак сказал отцу: отец мой. "Да, yes, мой. "Он отвечал: "Вот я сын мой. "Папа, у нас есть огонь And dad, 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 we have the wood. Pop, ну вот dad, listen. we have wood. Dad, 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 Where's the lamb? Ah, uh, the Dad, did you forget the lamb? Ты, ты Агнеца, да? Where's the lamb, dad? Where's the lamb, dad? Where's the lamb, dad? Where's the lamb, Сыну, Son, you're the, you're the lamb. But you know, God gave wisdom to Abraham the father. He and he said, Son, God will provide Himself a lamb for the burnt offering. And so they went, both of them together. More than anything, Больше всего в славянских наших церквях, что нам нужно, это отцы и сыны, чтобы шли на место жертвоприношения вместе. Не просто отец, не просто сын, но отец и сын. We need fathers today, вместе. Нам нужны, отцы. men of мужи веры, мужи молитвы, мужи лидерства. Все равно, пастор ли ты, или служитель, или трак-драйвер. Нам нужны отцы. Go and walk with their sons. Идите со своими сыновьями. Я не могу проповедовать, меня так это просто внутри горит. У меня два сына. And I walk with my я хожу со своим сыном. Я только возвратился, видел knew, своего сына. Ja И в декабре я второго увижу. во 10 Десятый uh, oh, стих. His hand to slay his son. И простер Авраам руку свою. И ангел и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Не поднимай руки твоего на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю» что боишься ты Бога. И не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня. Поклонение это больше, чем просто петь песни, это даяние. Когда мы поклоняемся, мы осознаем цену Бога, какой ценный Он. Оцениваем, да.

Огонь, ну мы понимаем, это Божья сила. Wood, that's us. <laughs> uh, uh, дрова это, ну это мы. Без огня мы не горим. Просто дерево. Но когда огонь сходит на дерево, мы начинаем гореть. И агнец это наше сердце готовое. Это есть Агнец Божий. И дальше, когда Исаак спрашивает, а где Агнец, он знал сердце отца. Исаак позволил своему отцу связать его. Would we allow that? Uh, а мы позволили бы, если Бог ставит тебя в такую позицию, где ты связан, двигаться невозможно, что Бог делает? Забрал мою свободу. Я что тут на алтаре? Зачем меня связал? по рукам и ногам. And we и мы задаем вопрос. We don't мы не понимаем, God, what are you doing? Бог, ты что делаешь? Why are you this? Зачем ты это позволяешь? Но когда ты доверяешь Отцу, ты агнец, которого Бог принимает.

если Бог ставит тебя, помещает тебя вместе, где нет свободы, ты, ты борешься с этим, ты задаешь вопрос или ты подчиняешься? И вот Бог говорит: не прикасайся к нему. Я знаю, что ты. И следующая линия. Uh, Keep going. Страх, страх Божий это не террор, это uh, не ужас, это не uh, ожидание какого-то наказания. Это на самом деле означает быть наполненным удивлением, чтобы восп воспринять что-то великое. Next slide, Psalm 5:7, "I will worship at your temple," said David. With deepest wonder or awe. И uh, следующая линия, Псалом 5-7. И uh, здесь говорится, у меня, наверное, не, не тот перевод, но uh, uh, здесь вы можете прочитать по Я буду поклоняться, поклоняться в храме, храме твоем с великим дивуванием. Да. С великим дивом. Исайя 9.6, на Рождество мы прочитаем. Его имя будет называть как? His, his name may be called chudni chudni is a miracle it's a wonder at do you know when uh, the angel of the lord that some say is jesus before his birth he appeared to samson's mother and the second time his father was there and the father asks the angel what is your name И когда ангел Господень пришел к матери Самсона, и потом на, на следующий раз пришел uh, к ним обоим, к матери и к отцу, отец уже был там, и отец спрашивает ангела, как твое имя? Ангел отвечает, зачем ты спрашиваешь? Оно чудно. You know, in English, wonderful has lost its meaning. Oh, oh, that's wonderful. I mean, like something ordinary. Oh, that's wonderful. No. Wonderful it means like, wow! This is amazing! And that's the fear of the Lord. In the book of Revelation, John hears a voice. Иоанн слышит голос Behold the lion of Judah. вот лев из колена Иуда и он видит агнца, который как бы заклан he sees angels that cry holy three times. видит ангелов, которые, которые восклицают свят he sees the 24 старца поклоняются снимать свои венцы перед престолом они поклоняются падают на лица свои 8 and verse Но давайте посмотрим uh, на следующую линию, и это Откровение, Откровение восьмая глава. When the Lamb the seal, и когда ну, Агнец снял седьмую печать, there was silence, сделалось безмолвие, тишина по-украински на небе как бы на полчаса. А что увидел Иоанн? Я не знаю. И Библия говорит, что ангелы вокруг трона Божьего никогда не перестают uh, восклицать «Свят». But in this Но в этот момент что-то произошло. That что все небо затихло. Я не знаю, я не понимаю. И Библия не объясняет нам этого. Но что-то, что заставило их замолчать. Что-то, что заставило их бояться еще Бога. Чтобы так... Задержать дыхание и удивляться. Может быть, это не такой хороший пример. Вы когда-нибудь в цирке были? И когда эти акробаты на тех качелях прыгают и друг на друга там Пять этажей. Так a высоко. Net. И без... Без какой-то... Сетки, которые, ну, спасительные сетки. And Если упадет, то умрет. Все, висит на на своих ногах и все качается. И руки так вниз, все вот так вот. А другой ловит того, кто and летит. And Let's go. И что? понеслась. И пошло, короче, переворот.

Жертва означает давать Богу то, что ты любишь больше всего. Сделайте очень быстро. Авраам 99 лет ждал. И вот Бог ему говорит, дай это мне. Авраам понимал? Было ли это логично? Бог что дает, потом забирает? Как ему нужно стать теперь отцом многих народов? И самый великий тест. Это сын, которого он любит. Бог сказал это. Так как? Как, насколько тяжело было Аврааму сделать такое приношение next slide, Следующий слайд, пожалуйста. Насколько тяжело было отцу отдать своего сына? И следующий вопрос. А как насчет тебя? Если бы тебе пришлось умереть, или если бы твоему единственному сыну пришлось умереть, что бы ты выбрал?

Аврааму было бы uh, легче умереть, чем смотреть, как его сын умирает. Это ставило бы мне очень много боли. Но Иоанна 3,16 говорит нам о божественной любви и о божественной боли. Знаете, для Авраама была замена, но не для Бога. Когда Иисус зашел на эту гору, и отец положил дерево на его спину, и он был вознесен на этом, на этой горе, на этот крест. Никто вместо него не пошел туда. Он пошел вместо нас. И вися между небом и землей, the Lamb of God. агнец Божий. Вот дрова. Вот огонь Божий. И вот агнец Божий. Нам нужны больше агнцев. Нам нужно больше сокрушения. Нам нужно больше отцов. Нам нужно больше послушания. Нам нужно больше огня. Нам нужны люди, которые несут крест. И смотрят на гору глазами веры, Бог что Бог что-то особенное сделает на той горе. See, Видите ли, когда Бог а, а, дал а, дал, козла, дал козла? барана, барана, барана. Да. А, с рогами, да? Ну no, не бывает с рогами. И Авраам назвал это место Яхова и Ире. Бог, Господь усмотрит. Знаете, так легко сказать эти It's слова. Easy to preach those words. Легко проповедовать oh, the эти Lord слова. О, oh, Господь усмотрит. У меня глубокий вопрос. Где? Где Where где Божье имя исполнится в твоей жизни? Где ты сможешь сказать Яхова Я вам скажу. На горе твоей жертвы. Жертвы, во-первых, Богу. Во-первых, послушание твоего Бога. Во-первых, доверие Богу. You will see the of God. И ты увидишь тогда Божье uh, Божье Господь Ихов Ире, Господь усмотрит где на горе жертв. Заметьте, Авраам сначала дал своего сына, а потом уже увидел, как баран запутался в ветвях. Я почти закончил. Луки 6,38 38, говорит, Давайте, и тогда дастся вам. One more quick story. Последняя, одна еще одна история Old из uh, Ветхого Завета. There was a drought in Israel. Uh, был, была засуха в Израиле. Но Бог сказал Илии иди к реке и тебя птицы будут кормить. Wow, God wow <laughs> Бог усмотрел. Люди от жажды умирают, а там река есть. Brings him food, by the birds, the birds come, they drop the food и every day. Бог усмотрел так, что птицы прилетают каждый день, приносят пищу ему. But one day, но однажды, the river is getting smaller, река стает меньше, and it dries. И высыхает. No more river. Нет больше реки. God, what are you doing? Бог, а что ты делаешь? God, I'm thirsty. I want to drink. Бог, я жажду, я хочу пить. No answer. Ответа нет. And the birds don't come. И птицы не летят. God, where are the birds? А птицы где, Господь? Lord, bring the birds, bring the birds, bring the birds. Господь, I believe, I believe, I believe. Принеси, принеси птицы. No я birds. верю, я верю, no верю. Нет. Птиц okay, God, нет. I'm gonna die птиц here. Нет. No birds, no food, no water. Ну что, Бог, я тогда умру здесь. Нет Go птиц, нет, пищи, нет воды. А Бог говорит, иди в то селение. I have instructed a widow to feed you. Я уже проинструктировал ту вдову, чтобы она тебя кормила. О, oh, oh, спасибо, Господи. <laughs> Я буду в доме жить. And a rich lady's gonna take care of me. Богатая женщина будет обо мне заботиться. <laughs> Praise God. Слава Богу. он идет в село. And he sees the lady picking up sticks. И он видит, что женщина собирает дрова. Бог говорит, вот эта женщина. Эта женщина. She doesn't look rich. Она не смотрится богатой, не выглядит. Иногда бедные люди больше всего дают, вы знаете. Богатые люди снято того Вашингтона ж Женщина, Что ты делаешь, женщина? Ну, собираю дрова, чтобы приготовить последний ужин для меня и моего сына, и тогда мы сидим и умрем. Last meal, последний ужин. А Бог говорит, попроси ее, чтобы дал, она тебе дала последний ужин. О, Боже! О, Боже!

Она повинуется Богу. А Бог делает чудо. Она отдала жертву. Она сделала для Бога, во-первых, дала. Она отдала, во-первых, во мужу Божьему, не своему сыну. Мать готова умереть. Но Бог видит, что она боится Бога. Это не есть легкое послание. Что такое страх Господень? Во-первых, повиноваться Богу. Что Бог просит тебя сделать? Повинуйся ему. Два месяца назад Бог меня попросил что-то. И это не было что-то маленькое для меня. И я говорю, Господи, перед тем, как я скажу да, могу ли я проверить свое сердце, приготовить свое сердце?

I don't know how to explain it. I experienced a greater outpouring of the grace of God on my life. You see, grace has a measure. Grace has a measure. And, and, and we have our measure. And we're happy with that little measure, big measure, whatever measure we have. But you put God in first place, when you obey God, when you fear the Lord, боишься Господа, мера благодати умножается. И ты увидишь это. Бог усмотрит. Ты увидишь больше, ты увидишь большего And Бога. И это не, не, не есть что-то чем-то сложным дать Ему то, что ты любишь. Это не, не сложно дать Ему во-первых, в первую очередь. Потому что ты относишься к Нему, как к Богу. Музыканты, пройдите, пожалуйста, начните come, играть что-то. Пожалуйста, давайте быстрее. Я не знаю, что Бог сказал вам. Я знаю, что Он сказал мне. Итак, когда я бросаю вам вызов сегодня, чтобы вы сказали да Богу. Я хочу знать тебя больше. Я хочу повиноваться тебе больше. Я хочу быть готовым желать, чтобы дать тебе то, чего ты просишь от меня. Не бойся. Вот наша проблема. Мы не боимся Бога. Мы боимся того, что Он заберет. Но когда Бог берет, Он так намного больше отдает. Но мы ему не доверяем. We believe that he's going to give us less. We believe that we're going to lose. But Abraham lifted his eyes. After he arose, he saw the place of sacrifice. Он увидел место And he believed in the resurrection. You see, Jesus said, "Unless a corn of, of wheat fall into the ground and die." Если семя прежде упав в землю не умрет, And shall not die, it bears no fruit. тогда оно не принесет плода. But if it dies, Но если умрет, оно приносит много it much fruit. The altar плода. Вот здесь место свободно чтобы прийти и помолиться. Если Бог проговорил твое сердце, я не знаю о чем. Пройдите и встаньте возле Божьего алтаря. Пусть это станет местом Мария для вас, где вы возводите очи и видите место жертвы по Божьему Слову. И это также станет том, тем местом, где Бог усматривает для тебя. To to one time, one time. Я призываю вас прийти сюда и молиться вместе. Come Пожалуйста, come. придите. Come you придите и если Бог говорит в вашем come, сердце, come, come closer, придите, come придите ближе, 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 ближе сюда. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come and blow like a gentle wind over our hearts, Lord. Come and minister to your people today, Lord. Come and reveal the greatness of God. Come and manifest your presence. Come, Lord Jesus. Come and do something wonderful in this place because you are great, Lord. And you do great things, Lord. Who can we compare to you? There is no one like you in heaven and earth. Holy, holy, holy is the Lord God. Great is your name. Great is your sacrifice for us, Lord. Give us a heart like Isaac, Lord. Give us the heart of the Lamb of God to yield, to trust, Lord, to obey, Father, to come and say, Lord, I am here. Thank you for ministry to our hearts this morning. Thank you for speaking to our life this morning. Oh, Spirit of the Living God, come and minister, 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 minister. Боже, Забери від нас, Боже, всі вимовки, всі оправдання, всі Господи, Боже, причини, чого ми те чи інше не можемо робити. І дай нам серце Ісаака, дай нам серце Сина Божого, який взяв на себе це дерево і поніс на Голгофу, зійшов на цю гору, і відвідав віддав себе, як жертву задля нас, Дух Божий. Злий благодать на твоїх людей, злий ласку Твою над нами. Боже умнож, Боже, міри нашої благодаті від тебе, дай нам серце послушне, дай нам серце розбите, дай нам серце яке боїться Бога, Боже. Нехай ласка Твоя перебуває на це місце, нехай благодать Твоя сходить, нехай серце Твоє буде наше серце. Боже, відкрий наші очі, побачити місце Твого постачання. Відкрий очі віри, побачити кінцевий результат. Боже, відкрий нашу віру, щоб ми могли, Боже, за Тобою йти. Дякую тобі, Боже. Навчи нас, навчи нас, навчи нас, Дух Божий. Поревеке лебіті, салава.

Зволю йому Зайти в цю заховану кімнату Твою. Каже, зайди, Ісус. ось я стою при дверимах, я стукаю. Він говорить до церкви, не до невіруючих. Ось стою при дверах, і я стукаю. Хто почує мій голос, відкриє двері, я увійду, увійди, Господи, наших сім'ях увійди, сядь за нашим столом, Господи, вечеряй з нами, Ісусе. Діли цей хліб з нами, Господи, спільність. Нехай Твоя присутність буде в наших домах, нехай Твоя благодать спочиває на наших синів, на наших дочок, на наших внуків Боже. Боже, вилий того Духа Святого на церкву, на завтрашній день, на посвячення цього молитвого дому. Нехай ласка Божа і диму, Господь, наповнить храм. Господи, щоб Твоя присутність була і очистила, Боже, це місце, де раніше була гидота перед тобою, а тепер є огонь Господь, палає рікараю. Нехай цей огонь Боже, торкає сусідів, Ісусе, нехай огонь Боже, спалить гріха і нечесть, о ревікіша. Нехай огонь Божий. Займе цей квартал, цю околицю, нехай це місце стане за Пошир, Господи, кіда на Ми просимо за наших синів та дочок. Боже, навідуй, навідуй їх, Господи. Нехай благодать що на нас, нехай воно буде подвійне на слідуюче покоління на наших внуків, Господи. Нехай кожен один з них, кожна одна. Nechaj one ne zagublje, ja, dorozji. Nechaj kožem, nechaj kožna priđe to poznani laska tvojej, ljubove tvojej. Laska, Bože, laska, Spu. Praise Him, praise Him. Give Him glory, give Him glory, give Him the glory, give Him the glory, give Him the glory, give Him the glory. Your name is wonderful. Counselor, Prince of Peace, Almighty God, Everlasting Father, God above all gods, O King of Kings, Lord of Lords, Magnificent Ruler, Majestic Savior, Obedient Lamb of God, Lion of Judah, Jehovah Jireh is your name. The Lord will provide. Let's sing something you sang earlier. Lead us, would you please? How great is our God. Sing with me. How great. How great.